Красноярские спасатели окажут помощь на месте трагедии в Кемерове. В соседнюю область вылетели два самолета Ми-8 и Ил-76 МЧС России. Вместе с 40 спасателями в командировку отправились психологи и оперативники, сообщили в пресс-службе Сибирского центра МЧС. По предварительным данным МЧС, в торгово-развлекательном центре жертвами пожара стали 64 человека. С завтрашнего дня в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Скандальной истории строительства перинатального центра в Норильске появился новый эпизод. Сумма взятки возросла до 2 миллионов 350 тысяч. Раньше речь шла только о 450 тысячах. Напомню, в октябре 2017-го Следственный комитет заподозрил ведущего инженера Краевого управления капитального строительства в том, что чиновник принимал работы не бесплатно. За то, чтобы представитель заказчика поставил подпись в актах, подрядчик платил ему деньги. На данный момент документально подтверждена сумма 2 миллиона 350 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291 «Получение взятки». По последней информации, объект должны достроить к середине 2018 года. Сейчас этим занимается новый подрядчик «Медкон». Не справившийся с задачей предшественник, инженерный центр ЕЭС обязан выплатить более 36 миллионов неустойки. Порцию персональных данных обнаружили норильчане в районе город Вала. Фотографии с найденными копиями документов были опубликованы в соцсетях. Пользователей возмутило, что в открытом доступе оказались персональные данные горожан – фамилии, имена, даты рождения, адреса. Этим фактом мгновенно заинтересовались соответствующие органы. В отделе МВД сообщили, документов, содержащих конфиденциальные данные, среди найденных на свалке бумаг не было. Предположительно, это архив УФМС. По факту нарушения порядка уничтожения архивных документов, предварительно относящихся к отделу УФМС России по Красноярскому краю до момента его расформирования, руководством отдела МВД по городу Норильску назначена служебная проверка, по итогам которой виновные лица, а также их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Норильчанин отсудил у городской стоматологической поликлиники 130 тысяч рублей за то, что ему удалили здоровый зуб. Прокуратура провела по данному факту проверку. Мужчину привела к врачам сильная боль. Медики обследовали пациента, но, как оказалось, не совсем так, как нужно. В итоге норильчанин лишился здорового зуба. Решить конфликт мирно поликлиника не захотела. За это суд обязал учреждение выплатить пострадавшему 43,5 тысячи рублей. Еще 70 тысяч прибавили за моральный вред и 17 за материальный. Итого пострадавший пациент получил 130 тысяч рублей. Норильчан приглашают на первую в этом году встречу с главврачами медучреждений. В среду в публичной библиотеке на Ленинском 20А любой желающий сможет высказаться насчет доступности и качества медицинской помощи. Также с пациентами пообщается и руководитель территориального отдела Краевого Минздрава. Мероприятие начнется в 17:00. Плов, баурсаки, манты, самса. Норильске со вкусом отметили заполярный Навруз. За праздничным столом собрались представители 17 диаспор. Гуляли в национально-культурном центре на Лауреатов-85. Инициатором уже второй раз выступает автономия киргизов Энесай. Вера Шелепова продолжит. Таким размахом Навруз в Заполярье отмечают второй раз. Кстати, на киргизском языке этот весенний праздник звучит как Ноурус, однако организаторы выбрали наиболее распространенное название. У нас есть такое пословица, вот, чем чаще видится, тем становится друзьями. Вот если вот такие праздники будут чаще и обширнее проходить, естественно, будет дружба крепнуть. Конечно, мы здесь живем очень далеко, все мы далеко от своей родины. И хочется найти здесь своих друзей, родственников, чтобы мы все породнились. За праздничным столом собрались представители 17 диаспор. Осетины, башкиры, греки, казаки, казахи. У последних весенний праздник звучит как Наурыз, однако смысл все тот же. Наурыз – это наш по восточному календарю Новый год. Мы его отмечаем 22 марта и несколько дней. Нам дают официальные выходные, весь народ гуляет, празднует, ставим на улицах юрты. Есть у нас борьба. Всякие борьбы, айтыс, если это когда соревнуются в песнях несколько людей. Навруз, Навруз-Байрам или персидский Новый год отмечают тюркоязычные и персоязычные народы как минимум в 12 странах мира. Некоторые люди ошибочно связывают Навруз с мусульманскими праздниками, однако он не считается религиозным событием и никак не связан с исламом. Норильчане мечтают, что когда-нибудь этот праздник выйдет за рамки национально-культурного центра.
второй год у нас выделяются деньги на проведение этого мероприятия из краевой казны в рамках государственной программы развития и укрепления российской нации. И это тоже важно. Пусть, может быть, деньги небольшие, но дают возможность таким образом закупить самое необходимое. Краевых средств хватило на некоторые костюмы, плакаты и украшения. Угощения готовили уже сами. Так как киргизы взяли на себя роль хозяев праздника, они встречали и почивали гостей. На столах киргизские баурсаки, манты, самса. Блюдо дня – плов. Его готовили на настоящем огне, ведь так вкуснее. Чан объемом 50 литров рассчитан на 150-200 хороших порций. Готовят киргизский плов так. Обжаривают лук до золотистого цвета, потом добавляют мясо. Здесь использовали около 15 килограммов говядины. Затем идет морковь, рис и вода. И, конечно, специи. У каждого народа свой набор, как и орнамент. У нас в орнаментах изображена наша целая жизнь, киргизская жизнь. Вот, например, у нас вот, смотрите, здесь горы, реки. И у нас делятся на мужские и на женские, на девичьи, уже замужние женщины. У них орнаменты другие. И прически у замужних и свободных девушек тоже различны, продолжает Каял Талоева. 40 косичек, которые носят до замужества, после превращаются в две. Правда, сейчас такого почти не встретишь. Все стараются соответствовать современным трендам. Чтобы лучше знать и понимать традиции народов, населяющих большую Россию, и устраивают подобные праздники. Вера Шелепова, Дмитрий Химич, Вести, Норильск. Как звучат музейные экспонаты, узнаете во второй части выпуска сразу после прогноза погоды. Информацию о погоде представляет сеть строительных магазинов «Арбат Мегаполис Проект». Низкие цены каждый день. Всевозможный товар для ремонта и стройки. Вы от выбора будете просто в восторге. Нужных материалов есть полный комплект в магазинах «Арбат Мегаполис Проект». «Арбат» – Талнахская, 10, «Мегаполис Лауреатов» 41, «Проект Энергетическая» 25. 27 марта в Норильске ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Днем в горных районах метель. Ветер юго-восточный 8-13, днем в горных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 33-35 градусов ниже нулевой отметки. В горных районах минус 26-28 градусов. Днем столбик термометра покажет 16-18 градусов ниже нуля. В горных районах минус 10-12 градусов. Вы смотрите «Вести Норильск», и мы продолжаем выпуск. Услышать город в едином ритме. Такую возможность норильчане получили благодаря интерактивной выставке на Ленинском проспекте. В ее основе фотографии из коллекции музея. На черно-белых кадрах 50-е, 80-е годы прошлого века. Железнодорожный состав с первой рудой комсомольского, строительства плавательного бассейна, пурга в Норильске. 8 экспонатов, размещенных внутри рекламных конструкций, как символ каждого десятилетия. Под всеми снимками строки из песен, популярных те годы. Кроме того, хиты прошлых лет можно будет не просто вспомнить, но и услышать, и даже загрузить свой смартфон, рассказывает директор музейного комплекса. Можем по QR-коду, особенно для юных, я думаю, горожан это важно, да, они могут услышать эти песни, очень легко скачивается, вот мы проверили сейчас, и мы чувствуем ритм того десятилетия, чем жили люди. Стихотворения Владимира Степанова «Что мы родиной зовем» и «Российская семья» стали самыми популярными на городском поэтическом конкурсе. В библиотеке семейного чтения дошколята читали стихи о России. В двух возрастных номинациях выступили более сотни воспитанников детсадов. О самых проникновенных выступлениях Оксана Завгородняя. Мы донские казачат, очень дружные ребят. Стихотворение Николая Дика, 6-летний Дима Стебаков, выбрал не случайно. Он растет в семье потомственных казаков. Приятно, говорит, учить строчки о своих предках. Потому что казаки смелые, они защищают родину, как Россия. Прежде чем попасть на финал, дошколята прошли отборочные туры. Выступать в своих детских садах было менее волнительно. На городском уровне выше ответственность, хотя многие малыши отлично справились. Мне предложили мои воспитатели из моего детского сада. Ну, я согласился, не хотелось выручать в детский сад. Поэтому я сюда пришел. Очень хорошо выступил. Просто отлично.
на 5 плюсов. Выступление маленьких чтецов было продумано до мелочей. Родители и воспитатели позаботились о костюмах и даже реквизитах. А, например, Полина Бесчеснюк вместе с мамой придумала для своего номера оригинальное вступление. Девочка, надев пилотку бортпроводницы, объявила, что ее родной 86-й детский сад с командиром корабля поэтом Андреем Усачевым совершил полет по маршруту «Россия-русский дом». Теперь Полина точно знает, за что любит свою родину. Там солнце, ясно светит. Есть дремучие. Небо голубое. Выбрать лучшего из лучших профессиональному жюри было непросто. Четвертый поэтический конкурс собрал рекордное количество участников. А в этом году просто, конечно, превысил все рамки количества, потому что в этом году участвует у нас уже Таунах. Если в том году всего 50 детей было, то в этом году уже 110 детей было. Имена победителей конкурса жюри объявило в торжественной обстановке. Больше всего баллов оказалось у Полины Бесчеснюк. У нее первое место. На втором – воспитанница 59-го детского сада Виктория Подъяблонская. На третьем – Станислав Коломиец. Еще четверо финалистов конкурса жюри выделило специальными призами. Остальные ребята получили сертификаты участников. Оксана Завгородняя, Сергей Карпов, Вести Норильск. И о спорте. Определены победители 12-го традиционного турнира по боксу на призы группы компании «Жар-птица». На эти соревнования ежегодно съезжаются лучшие боксеры Норильска и Дудинки. Три дня в спортивном зале «Геркулес» за победу боролись более сотни спортсменов. За боями следила Александра Молодцова. Мы верим твердо в героев спорта, а точнее в участников 12-го турнира по боксу на призы группы компании «Жар-птица». В торжественном строю самые перспективные бойцы Норильска и Дудинки. Я хочу пожелать всем участникам сегодня, да не только сегодня, турнир будет длиться 3 дня, проявить самые свои лучшие качества, порадовать своих наставников, тренеров, которые вкладывали все это в вас на протяжении многих лет. И сразу в бой. Боксеры соревнуются в 4 возрастных категориях. Младшие юноши, старшие, юниоры и взрослые. Еще до удара гонга стало понятно, что конкуренция будет серьезная. Одним из первых на ринг выходит Реджеп Мухтаров. На этого парня возлагает надежды все спортивное сообщество Норильска. По итогам первенства России его включили в сборную страны. Реджеп признается, выступать на этом турнире большая ответственность. Ведь в противниках те, с кем бороться сложнее всего – друзья. За рингом мы с ним друзья, а ринг это уже ринг. Здесь нет друзей, близких. Надо выходить, боксировать, показывать, выигрывать. Неудивительно, что с таким боевым настроем Реджеп не только победил, но и завоевал звание лучшего боксера турнира. За годы существования эти соревнования стали одними из самых престижных в Заполярье. Первый турнир прошел 12 лет назад по инициативе Виктора Коновалова, основателя группы компаний «Жар-птица». Когда-то его сын тоже занимался в этом зале, поэтому Виктор Петрович решил таким образом простимулировать некую базу для подготовки спортсменов. С каждым годом боксеров, желающих поучаствовать в турнире, становится все больше. И дело здесь не только в наградах и призах. На этих соревнованиях перспективные бойцы могут получить разряд кандидата в мастера спорта. Этот турнир проходит в то время, когда практически все спортсмены находятся на пике своей формы. В этом турнире принимают участие практически все сильнейшие ребята. Всего за 3 дня турнира было разыграно 30 комплектов наград. Помимо Реджепа Мухтарова, специальные призы получили Владислав Ахмаметьев за волю к победе и Александр Сидельников за лучшую технику и тактику ведения боя. Александра Молодцова, Андрей Казак, Сергей Карпов, Вести, Норильск.